В минувшие выходные около десятка крымских парапланеристов собрались на хребте горы на Черноморском побережье. Наша оператор Марина испытала на себе всю прелесть парения над землей. У каждого человека найдутся потаенные страхи, о которых он и не знает. Ты можешь и не знать, насколько ты сильно боишься высоты. Но это не про нашу Марину и мужчин Крымска. Занимаемся мы, ну, лет 5 уже, наверное. Практически каждые выходные, если у нас позволяют условия погоды, на разных местах Краснодарского края у нас есть полеты. Вот кто может, выезжает. Азереевка – излюбленное место полетать на параплане. Здесь несколько теплее и шикарный пейзаж. Парапланеризм – вид спорта, который осуществляется за счет полетов на параплане. Параплан представляет собой крыло с размахом 10 метров в виде эллипса, который управляемо за счет прикрепленных к нему строп. Каждая стропа, которая может показаться ниточкой, выдерживает около 200 килограммов. Я с 2011 года плотно летаю, плотно сижу на этом виде спорта. В принципе, как захлестнуло. Вот один раз попробовал, полетел, и как бы да, понравилось, и пошло дальше. Каждый полет — это как глоток свежего воздуха. Каждое свободное время мы приезжаем сюда и заканчиваем рабочий день в небе. Параплан летит без двигателя. Для того, чтобы подняться в небо, крылу стоит всего лишь словить восходящий поток, который наполняется за счет двухслойной ткани крыла. Летать парапланерист на этом потоке может часами и пролететь несколько километров. Параплан складывается таким же образом, как и парашют, который удобно носить с собой. Парапланеризм – это супер. Драйва. Вот так. И адреналина тоже. Стоит помнить, что парапланеризм – экстремальный вид спорта, который подразумевает опасность, которой всегда нужно быть готовым. Этот вид спорта больше зависит от самого пилота, нежели от параплана. Главное, насколько адекватно пилот оценивает ситуацию, свои возможности, метеоусловия. Ведь стремление к покорениям новых высот слишком затягивает, и можно потерять бдительность. Ой, это было очень круто. Я первый раз летала. Но спасибо Эдику, все очень так вот он... Очень аккуратно, очень безопасно, великолепное ощущение просто. Мне решили сделать подарок на день рождения и вот покатать. Какие эмоции нужно испытывать, они украшают нашу жизнь. Светлана Полярушь, Марина Либонда, телерадиокомпания «Крымский экран».